Хотелки! И мы ее ведущие Назар, Полина, Маша и Максим. Не секрет, что наше время и у взрослых, и у детей высокий ритм жизни. Мы постоянно то учимся, то посещаем всевозможные секции. А репетиторов сколько? Как быстро и качественно отдохнуть в этой суматохе? Надо отправляться к реке. Все знают, вода успокаивает. А свежий воздух, прекрасная природа и приключения подарят вам необходимую гармонию и силы. Предлагаем хоть на какое-то время стать путешественниками-каякерами. Кем? Каякинг – один из видов водного туризма, спорта или активного отдыха на воде с использованием судна, которое называется каяк. А человек, который занимается каякингом, называется каякером. Сегодня мы вас хотим познакомить с компанией Travel Kayak. Узнаем все о водных походах у основателей компании Станислава и Алексея Колкуновых. И попробуем прокатиться на каяках. О, это будет еще то зрелище! Что ваша компания предлагает любителям приключений и путешествий? Впечатления, которые мы получаем, когда гребем на каяке, они просто незабываемые. Люди, которые приходят к нам, чувствуют природу вокруг себя, даже в центре города, и наполняются жизненной силой, впечатлениями, эмоциями, которые потом можно целую неделю воспоминаниями жить и впечатляться, и ждать очередного прихода и похода с нашими друзьями. Какие маршруты самые интересные? У нас много маршрутов, но я хотел бы отметить самый уникальный маршрут по Сухачевскому лесопарку. Там можно встретить на каждом шагу телорезы, такие плавающие растения, похожие на ананас. Почти за каждым углом нас ждут черепахи, которые греются на солнышке, на корягах. Сейчас наступает сезон лилий и кувшинок. Природа, которая похожа на амазонскую сельву, в ней вы будете двигаться на каяках и почувствуете просто себя на другом конце света. Алексей, мы отправляемся в путешествие сами или нас кто-то будет сопровождать? Конечно же, сопровождает команда наших опытных инструкторов-ориентировщиков. Мы проведем вас от точки старта до точки финиша с максимальным комфортом, поможем вам поставить лагерь, проведем полный инструктаж, будем сопровождать вас на воде и приготовим вкуснейшую еду. А были интересные моменты в походах? Конечно, были. Их просто в каждом походе очень много, но самый один из интересных, это я думаю, что действительно видел русалку. Допустим, я хочу отправиться в водный поход, но я ничего не знаю о каяках и ни разу не пробовал грести. В этом есть проблема? Вообще никаких проблем. Мы проведем тебе первичный инструктаж, оденем спас-жилет, подгоним под тебя все оборудование, выдадим тебе весло и в сопровождении с инструктором ты сейчас все попробуешь сам. Thank you.
Ну что вам сказать, отлично отдохнули. Вода, потому что я же говорил. Каяки? Каяки. Каяки оказались достаточно легким средством передвижения. Немного потренироваться и все получится. Телепроекта, ведущие рубрики «Мои хотелки» Макс, Полина, Маша и Назар и компания Travel Kayak. Подписывайтесь на наш YouTube канал «Успешный я Junior TV». Узнавайте о самых крутых новостях первыми. Пока!